Здравствуйте, добрый вечер, друзья. Ну, сегодня завершается очередная, наверное, встреча, которая раньше... Сейчас оргкомитет фестиваля 2014 с подведением итога 2013. Поэтому вот в этой связи. Хорошо. В этой связи. Значит, ну, нам очень приятно участвовать. Мы работаем, принимаем участие с 2000 года. В 99-м опоздали, с 2000 года принимаем участие. Помогали вы организации бардовских песен, участвовали в создании академии. Значит, ну, здорово то, что все это стало бескорыстно. Раньше хоть немного, но тем не менее приходилось платить деньги, потому что за аренду зала, который на Луначарского. Что нравится, что понравилось в этом году? Ну, конечно, стало больше мест общего пользования. Значит, как-то более организованная ярмарка находится. Есть такой момент, я вот соглашусь с докладчиком, который выступает в начале. Торговые ряды и песни, которые вы несете образы, они как-то не должны, ну как бы, не то что мешать друг другу. Вот стоит бард и поет вам о том, что у него в душе есть, о самом близком, самом родном. В это время кто-то там отстегивает, отчитывает или отслюнявит какие-то бумажки вот эти сопливые. Не очень это здорово. Раз. Дальше. Уже неоднократно звучало предложение о том, что давайте создадим дружину витязей. Понимаете, если мы с вами гармоничны, к нам никто не гармоничный не притянется. Как только появились защитники, да, появились враги, от которых надо было защищаться. Поэтому давайте сразу не будем все повторять ошибки, которые были. Но я тут согласен с Сашей, зачем создавать зону высокого напряжения? Если вы хотите познать благодать, надо ее дарить. А мы с вами народ. Там, где на, а не дай. Есть слово удача, слова увзячая нету. Поэтому давайте строить свои отношения на принципах. Ну, мы помогли, убрали мусор. Саша помог с перчатками там, с какими-то материалами. Спасибо, Саша, спасибо нам, что мы убрали мусор. Всем же стало лучше. Вот если я за это не получил деньги, мне радость. Если я получил, то я буду считать, много или мало мне дали. Правильно? Поэтому, мне кажется, само понятие слова «благодать» и то, что мы хотим познать, строится не на том, что мы кто-то у кого-то что-то там получил или за что-то нас оценили. Вот оценка это, наверное, то, что собрались люди, что у них там светятся глазки. Кто-то сумел помочь, поделиться теми знаниями, которые он сумел получить. Это очень здорово. Это радостно. Поэтому, друзья, я предлагаю, чтобы понятие, как Саша сказал, «вославим». Давайте подумаем, что сделать, чтобы еще было лучше. Чтобы не две, не три, а там 100 000 человек. И чтобы весь Геленджик, администрация города сказала, предоставляем весь город, любые площадки, на которых вы поете песни, дарите радость, помогайте людям понять ту красоту человеческих отношений, в которых мы с вами хотим жить. Спасибо.